Твою мать! Иди сюда! Насколько... Охренеть просто! Ёбристо! Так, куда ты вообще нахрен попала? Так, чё ж, мать его, тут творится? Тут столько этих ядерных боеголовок, то что это просто можешь сойти с ума! Охренеть просто! Эти сраные наемники, они вот это все хотели взорвать и просто разнести этот город на воздух? Что это за хренотень вообще? Так, 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 это надо как-то спрятать. Если у меня какие-то заборы, чтобы сюда вообще никто не заходил. Не, мины я, конечно, тут расставлять не буду. Тут поставлю мину и вообще жопа будет. Тут всему просто, не то что всему городу. Половине земного шара. Это просто охренеть, сколько тут ядерных боеголовок. Так, это еще что такое? Что тут за оружие? Я вообще не могу понять на самом деле, сколько вообще, как вообще сюда затащили вот эти все... А! Твою мать! Да сколько... Садись! А! Твою матушку! Сколько же этих зомбаков тут проклятых! Ох, так, так, хорошо. В очередной раз я обсираюсь. Благодаря вот этим сраным мертвякам. Так, хорошо, хорошо, это надо как-то забаррикадировать, потому что если сюда кто-то попадет и нечаянно что-то тыкнет, хана всей планете, почти всей планете. Так, как бы это лучше сделать, чтобы сюда никто не смог зайти? Вряд ли, конечно, у меня вот так, хотя, можно даже вот так сделать. В любом случае, зомби сюда уже 100% не смогут пройти, и это уже, в принципе, огромный плюс. Фух, так, хорошо, у меня просто нету другой возможности что-то тут сделать, поэтому пускай будет вот так, хорошо. Так, надо искать секретную лабораторию. Зачем я вообще сюда пришел? Зачем я вообще освобождал вот эту школу? Зачем я в итоге убивал вот этих наемников? И зачем я вообще вот сюда пробирался? Затем, чтобы найти лекарство, найти антивирус от зомби-вируса и спасти моего сына, которого недавно укусили. Ох, ладно. Да твою мать, да сколько же! А! Так, не-не-не-не-не-не, я рюкзак уронил со всеми своими припасами. Иди сюда, паскуда. Не-не-не-не-не, рюкзачок. Где рюкзак? Там вообще зомби-бандит был. Идите сюда. Минус два одним патроном. Рюкзак вернули, мрази. Еще и вы тут. Охренеть просто. Откуда там вообще зомби-бандит взялся? У него еще в руке даже калаш был. Офигеть, так, хорошо. Как мне сюда пробраться? Как я вижу, умные, в скобочках нет бандиты. Охренеть, еще и там зомби. Забаррикадировали это все, когда зомби-вирус постучался в двери. Как бы мне сюда пройти? А вдруг этот танк еще работает? Кстати. Как бы сюда залезть еще? Так, хорошо, хорошо, хорошо. А у меня же есть вроде... У меня же вроде есть еще ракеты, боеголовки, которые... Возьмем три... Хотя возьмем одну штуку. Не буду я тратить. Они еще мне 100% пригодятся. Заряжаем. Твою мать, я там смогу пробраться! Или еще одну боеголовку нужно тратить? Не, все нормально, все нормально. Так, зомбари проклятые, хорошо то, что вы тут... Застряли и никак не сможете выбраться. Так, главное, что мне туда не нужно было идти. Это самое главное. Так, что тут у нас есть? Ёханый бабай, везде зомби. Так, это что такое? Иди сюда, иди сюда, иди сюда. Это что такое? Что там за сундук посередине? Какой-то рамки стоит. Ладно, неважно, неважно. Только как мне сюда пробраться? Как мне сюда пробраться? Тут нужна карточка. Тут у нас закрытые зомби. Наверное, сюда и все... Твою мать! Закрытые зомби. Всех, наверное, сюда запихали. Это все, наверное, ученые, военные, охранники, которые когда-либо превратились вот тут, в этой лаборатории. Так. Тут что у нас? Если бы я видел, что там написано... Твою мать! Как же... Да что? Не могу запрыгнуть! Так, что там написано? Если я хорошо вижу, взять бы другую снайперку. Секретная лаборатория! Так! Хорошо, 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 хорошо. Значит, мне нужно туда наверх забраться. Только как я туда залезу?
тут нету ни лестницы, ничего, тут все взорвано. Это, наверное, специально сделали, чтобы туда вообще никто не смог забраться когда-либо. Так, ладно, хорошо, тут у нас что такое? Ой. Твою мать. Как я понял, там склад, потому что там дофигища сундуков и прочего вот этого всего. Ну, в любом случае, мне как-то надо найти карточку, чтобы пробраться вот в вот эту лабораторию, потому что тут есть какой-то сундук, я до сих пор не могу понять, что это такое. Что это вообще? Ладно, хорошо. Может, вот тут на складе как раз-таки будет какой-то сундук, с помощью которого я смогу пробраться вот в ту лабораторию. Ладно, что у меня есть? Что у меня есть? У меня есть UMP, который нужно перезарядить. У меня есть калаш, нужно перезарядить. И у меня есть дробаш. Хорошо. И у меня еще пистолет. Ох, ладно, а у меня же еще вроде миниган есть. Почему бы мне не потратить все патроны вот там? А, тут у меня уже патронов нету, хорошо. Ладно. Идите сюда. Идите сюда. На! Всем нахрен! Так, хорошо, 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 хорошо. Это хорошо. Где UMP? UMP вот тут. Нахрен, закрыть дверь, чтобы сюда никто не смог забраться. Так, да, склад, конечно, огромный. Все вот эти сундуки я проверять не буду, потому что я с ума сойду, если я вот это все проверю. Так, что тут? Тут еще какой-то склад. Еще... Ёхан, это еще что такое? Так! Так, как я понял? Охренеть. Это у нас... Это у нас ракетница, которая стреляет гранатами. Зашибись. В любом случае, не зря я сюда зашел на этот склад. Тут карточки нету. Мне нужна карточка, чтобы пробраться дальше в одну лабораторию, а потом в другую, в ту секретную, которая находится вот там наверху. В ряде тут на самом деле что-то будет. Да, эти все сундуки пустые. И вряд ли бы такую важную, такую секретную карточку прятали бы вот тут в каких-то сундуках. Ладно, мне кажется, нужно отсюда выбираться. Фу, у меня есть ракетница, которая стреляет гранатами. В любом случае, мне кажется, она пригодится. Ну, как бы вот сюда зайти? Как бы сюда пробраться? Так, 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 нет, эта хрень не взрывает стены. Как? Ладно, в любом случае, С4, дружище, всегда на помощь придет. Где С4? С4, С4, есть ли у меня вообще С4? У меня... Нет, только не говори. Нет, не, пош... Твою мать. Твою мать. Так, у меня есть РПГ, это уже хорошо. Это уже хорошо, то, что у меня есть РПГ. Фух, ладно, ладно. Нужно как-то туда пробираться. Я, конечно, очень рискую, то, что я хочу убить вот этих всех зомби, но у меня другого выхода нету. У меня просто нету другого выхода. Мне надо их всех убить, возможно, там как раз-таки будет карточка. Так! Идите сюда! Иди... Свою-то мать! А-а-а! Не-не-не-не-не-не-не! Сколько же вас нахрен тут горящих! Так, так, так. Идите... Нет! Твою-то мать! Карточка, карточка выпала! Как мне сюда пробраться? Как мне сюда пробраться? Карточка, 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 пожалуйста! Не-не-не-не-не, только не гореть! Фу. Охренеть, просто охренеть, я чуть не умер. Так, хорошо, у меня есть карточка. Быстренько вот сюда. Как я еще знаю, тут тоже зомби есть. Это все вот сюда. Ёханый баба. Так, ну что, я надеюсь, что все сработает. Твою мать! Да! Так, хорошо. Это еще что такое? Как я понимаю, это какая-то лаборатория. Зомби, карточка у меня тут есть. Так, хорошо. А это что еще в этом Че это? Так, какой-то новый костюм. Че? Чё это за хрень? Защита от дыма.
прыгучесть, скорость, защита от удара. И также я не буду получать урон от падения. Чё это за хренотень? Так, вашу мать. Как я понимаю, тут не только разработки всяких вакцин и зомби-вируса, тут еще что-то на самом деле непонятное. Тут ученые разрабатывали какие-то новые технологии. Это костюм какого-то будущего. Я могу высоко прыгать, я могу быстро бегать. Это что-то новенькое на самом деле. Ёханый бабай, это еще что такое? Так, подождите, подождите. А не смогу ли я с этим костюмом? Я, конечно, разберусь, что это за костюм потом, но не смогу ли я с этим костюмом забраться туда наверх, в эту секретную лабораторию? Так, хорошо, хорошо. Фух. Сюда, сюда. Нет, туда я не допрыгну. А если я сначала запрыгну на вот эту лампочку? И... Так! Ну что, настало время для секретной лаборатории. Я очень надеюсь, что я смогу там найти вакцину и спасти своего сына. Ладно. С Богом.